На острове Бали в Индонезии из-за активности вулкана Агунг закрыли международный аэропорт. Это затронуло около 75 тысяч человек. Отменено 450 авиарейсов. Немного досадно, что они отменили все рейсы, но тут ничего не поделаешь. Наверное, я останусь на Бали подольше. Я просто турист, но представляю, как разочарованы те, кому срочно нужно домой. Я очень расстроилась, когда приехала в аэропорт, а он закрыт. Я уже сутки сижу тут на земле с вещами, мне негде разместиться. Я просто застряла здесь, и все это немного злит. Буду сидеть здесь, пока не откроют рейсы. Аэропорт закрыли из-за вулканического пепла. Агунг выбросил столб дыма из Алы на высоту в 2,5 километра. У нас нет места для ночлега, поэтому пришлось что-то придумывать. Мы взяли такси и остановились в первом попавшемся хостеле. Надеялись вылететь сегодня утром, но аэропорт закрыт. Выбрасывать пепел вулкан начал в четверг. В кратере также было видно пламя. При этом специалисты предупреждают, что сильный ветер может отнести пепел юго-западнее на Яву, самый густонаселенный остров Индонезии. Последний раз сильное извержение Агунга было в 1963 году. Тогда погибло около 1100 человек. В прошлом году вулкан снова активизировался, десятки тысяч человек были эвакуированы, потом гора затихла. Уровень опасности извержения Агунга пока не поднимали, и закрытой по-прежнему остается зона в радиусе 4 километров от кратера.